В Нарьян-Маре стартовала ежегодная конференция «Наука. Профессиональное образование. Производство». Мероприятие проходит на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова и традиционно приурочено ко Дню российской науки. В этом году в нем приняли участие порядка 100 человек. Подробности в материале Александры Литковой. Антонина Веснина – студентка Ненецкого аграрно-экономического техникума. Учится на юриста. В будущем планирует заниматься экологическими проблемами, поэтому темой ее доклада стал раздельный сбор мусора. У нас в городе этим занимается специальная организация. Я очень за это рада. У нас принимают, получается, пластиковые бутылки, алюминиевые. Одногруппники и гости конференции полностью поддерживают Антонину. Для нашего региона эта тема актуальна, так как наши подростки, они не следят за экологией, и это очень большие проблемы могут потом создать, и округ и так не настолько экологически чистый, ну, я так считаю. Вот, поэтому эта тема очень даже актуальна была. Программа научно-практической конференции была представлена в виде пленарного заседания, а также работы по секциям. Кроме экологии, в этом году были представлены секции социально-правовых и экономических наук, ветеринарии, математики и информатики, педагогики здорового питания и гуманитарных наук. На пленарном заседании традиционно обсуждались общие вопросы, которые связаны не только с профессиональным образованием, но и с дошкольным, а также роль социального партнерства в трудоустройстве выпускников. Сегодня перед нами ставится задача. Это не только обучить студентов, не только дать качественное образование, но чтобы в дальнейшем они были трудоустроены, нашли свое место и свою работу. И таким образом, как раз таки в рамках конференции рассматривается роль предприятий Ненецкого автономного округа, которые участвуют в образовательном процессе. Куратор профориентационной площадки «Траектория» Елена Нагатысая вместе со студентами подготовили доклады для решения актуальных вопросов в области самоопределения школьников. Так как «Траектория» – это больше, ну вот этот форум и площадка, она направлена на школьников, то есть она должна помочь им выбрать профессию, узнать, какие востребованные профессии существуют на данный момент в нашей стране. Мы со студентами как бы участвовали вот в этом проекте с целью мотивировать их получение высшего образования в области юриспруденции. Ну вот познакомили их с профессиями, востребованными в нашем регионе, ну и возможностью их дальнейшего трудоустройства. Конференция собрала более 350 участников. С научными докладами выступили 89 человек. Это школьники, студенты учебных заведений округа и преподаватели. С напутственным словом выступил вице-спикер окружного парламента Максим Арбузов. Считаю, что самая главная ценность конференции заключается в уникальной возможности представить широкой профессиональной общественности результаты своих исследований и, еще что немаловажно, приобрести ценный опыт публичного выступления. По итогам мероприятия все участники получили сертификаты, а после конференции состоялось совещание, в ходе которого было принято решение отобрать и отправить работы на региональные и всероссийские конкурсы. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север».